для нас сегодня, конечно, обидно очень, потому что 2 недели назад я обратилась к лидеру партии «Удар» Виталию Кличко, к Арсению Яценюку с предложением объединить усилия и принять формулу. Один мажоритарный округ, один кандидат от демократических сил. К сожалению, мы увидели, что переговоры зашли в тупик, что решение окончательно не принято. И пока между собой Арсений Петрович с Виталием выясняют, кто из них умнее, кто сильнее, у кого выше рейтинг, было время упущено. И совместная стратегия победы потеряна. Теперь наша политическая сила приняла решение по защите голосов на выборах действовать самостоятельно. И на каждом избирательном участке, в каждом округе будет сформирован контроль, мониторинг хода голосования как в онлайн-режиме, так и с нашими представителями. И мы сегодня уверены, что каждый свой голос и каждый голос, который за нас отдадут наши сторонники, те люди, которые нас поддерживают, мы сможем защитить.